Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бисар, Марк Мир, Кактус. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Бонька идет на работу в пиццерию, кого-то там мочить, детишек веселить, злой режим врубать, охранника вырубать. Идите, голубцы. Это как бы у него программный сбой, надо прошивку менять. Андроид слетел. Настроение прикольное, как всегда. Надеюсь, вам тоже оно поднимется, и вы сидите улыбаетесь, как я. Так, идемте на улицу, наверное, будем подрубать ночь. Я не буду говорить, когда ночь наступает, вы сами это увидите, поняли? Так. Идем. Просто идем тихонечко, никого не трогаем. Охранники бегают с фотоаппаратами, друг друга фоткают, инстаграмщики сразу видно. Открываем калитку. Так, ребята, сейчас я вам покажу, как работает мод «День и ночь». Мы заходим вот сюда. Заходим в вот эту вкладочку, сервер, и активируем его. Я выставил на самое маленькое время, это 30 секунд. За 30 секунд сейчас поменяется... С дня станет ночь. Я, короче, добрый, когда я буду видеть вас, я буду злой режим включать. А когда я вас не вижу, я добрый. Оп. Молодец, успел. Так, ушла. Давай сюда. Такой монотонный звук шагания. Но я иду к ним, потихоньку приближаюсь. Что за анимация такая прикольная? Я тебя убью, смотри. Миссия выполнена. И спокойная походочка, просто уходим, никого не трогаем. Расслабленно, не спеша. Так, теперь мы будем более собранными. Да-да-да, ребята, вот вы немножко расслабились. Можете мочить, я даже хочу, чтобы робы по мне постреляли. Кстати, у меня 10 тысяч жизней. У этих у всех, короче, 10 тысяч жизней. Только вы друг друга не мочите. А то мы сейчас кактуса забаним. Кактус не делает. Пацаны, я в пиццерии отдыхаю, здесь лежу. Ты видишь меня? Нет. Да ладно, да как? О, тихо. Вот. О, что-то у тебя за оружие лазер такой видно. А вот, это из мода. А что за мод? Нейтронная пушка какая-то. Прикольно, я что-то раньше такого не наблюдал у нас. Мертвый как будто лежит. Ну да. Ой. Я включаюсь. Рядом враги. Надо мочить врагов. Ой. Один есть. Второй есть. Побежали дальше. Что ж ты такой невнимательный? Опять всех убил. Так, хорошо. Тогда будем играть по-крупному. Берите оружку, мочите меня, глупцы. Давайте, поехали. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. О, я сделаю им засаду. Мой аниматроник же может по потолку лазить. По стенам, то есть. А по потолку не может, от говно. Так, давайте... А где же я вылезти смогу? А вот это уже страшно, по потолку лазить. Ну да. Так, лезем, лезем, потом лезем. Сделаем. Быстрее. Да блин, он как-то лазит, как рахит. Во-во-во-во-во. Отлично. Отлично, я это сделал. Поскакали, поскакали. А я могу тпхаться? А, я не могу даже тпхаться, у меня просто этот обычный режим. Ты где спрятался? Я? Где-то здесь. Я на карте. Я на крыше, короче, пиццерии. Эй, ты кто? Во, прикольная анимация у меня. Так, я не буду палиться, я буду за угла выглядывать. Это, пацаны, знаете, вам надо прожить сутки в пиццерии, продержаться. Я слышу кого-то. Так. Короче, я иду атаковать. Пацаны, вы готовы? Я бегу к вам туда, в офис. Так.
Погнали. Эх, успел. Ха-ха, чё ж вы двери не закрываете-то, пацаны? Чё двери-то не закрываете? Закрывайте двери. Так. Чакните чат. Мы видели, ты написал там на польском языке что-то. Так, давайте какого-то. Тут же еще есть классный аниматроник. У нас Балунбой, например. О, он когда становится злым, у него шарика и таблички нету. Он просто бежит. Кстати, должна немножко подлагивать, когда день наступает. Нет, вообще не лагает. Так, расцветает у нас. Чпоникс. Нет, тут, походу там еще чуть-чуть должно светлее стать. А нет. Пацаны, все, день, все аниматроники стали добрыми. Вы ж помните? Помним. Так, я тогда иду в пиццерию. Так, кого мы возьмем? Плюштрапа возьмем. Мне он очень нравится. Ой, как-то странно анимация работает. Эй, иди. Да, в таком режиме буду очень долго бежать. Давайте ускоримся немножко. Кстати, я вижу внутренние органы этого аниматроника. Сразу видно, внутри уже челик разложился. Так. У меня есть 2 минуты, чтобы кого-то убить. Ну я же добрый. Ой, а чё со мной? Ой. Все, обычный режим пошел. Бегу к ним в этот, в ихний офис, кибитку ихнюю. Пацаны, ну что вы там сидите? У кого-то, наверное, вылетело, да? Так, я в таком режиме мочить не могу. А, не могу. Пацаны, это программный сбой, когда я в обычном режиме в добром могу мочить. Вы должны меня обезвредить. Давайте. Аниматроник-босс. Кто против меня? Бесар вышел, я так понял, или вылетел? Вылетел. Бывает, бывает, это Гаррис Мод. Так, пока пацаны меня не будут мочить, я их буду сам мочить. Бегу. Прощай. Прощай. Включаем злой режим. Чпоникс. Нифига себе, великаном стал. Побежал, ничего себе. Давай, один на один. Можешь брать мощную оружку. У нас ПВП. Один аниматроник и 3 охранника. Кто кого? 10 тысяч жизней. Можно брать любое оружие. Ну что, давай, Бесар. На тебя вся надежда. Ты должен меня наказать. Ну давай, где ты? Я на пиццерии, на 1-м этаже. Так. Ты что, спрятался? Нет. Я просто тихонечко лажу, чтоб меня никто не видел. Так, пацаны, не палимся, и девчонки. Очень медленно. А, блин, я поломался! Вот говно! Я же забыл, что 2 минуты всего. А, я ничего не могу сделать, я завис! Ну давай, жопу! Есть! Идем дальше. Я замороженный! У меня вообще скорости нет, вы не подходите близко. Я ж бью на расстоянии, и даже не надо целиться. У меня нет скорости, я просто еле хожу. Вот моя вся скорость, максималка. Ну, давай, режим убийцы. Давай, погнал. Давай, иди сюда. Да что такое, мне как-то он странно бегает. Я смогу на расстоянии его убить? Нет, нет, не сможешь. Нет, этот не мочит. Кстати, этот пулемет очень мало жизни у меня отнимает. Он тебя не замораживает? Нет, на! Аниматроники победили в сухую сегодня всех. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!